Всем привет, ребята, и вы на канале Алан ТВ, и это новый ролик по Майнкрафту. И я сейчас нахожусь в своей деревне, тут я живу, тут живут жители. И сегодня я бы хотел вам показать, чем я вообще занимаюсь в деревне. Но вы обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ну а мы начинаем. И сегодня я хочу построить себе огород. Потому что у других жителей есть огород, а у меня его нету. И построим мы его где-то возле моего дома. У меня есть железная лопата, и сейчас надо будет как-то посмотреть, как мы будем вообще его строить. Я хочу построить очень большой огород, чтобы можно было даже делиться с жителями. Все-таки мы все дружны, и надо делиться. И вот тут есть какой-то блок, давайте мы его уберем. Все убрали, и сейчас мы тут выкопаем землю и построим сам огород. Так, вот тут выкопаем. Туда. Можно еще вот тут. Стоп, что это такое? Тут какая-то... Это что, шахта какая-то? Давайте спустимся, посмотрим. Там... Тут даже факелы есть. То есть тут кто-то был? Там вода. Это какая-то шахта или это не шахта? Давайте проверим. Мне очень интересно. Тут есть даже факелы. Значит, тут кто-то ходил и их ставил, эти факелы. Какой-то проход. Там еще есть сундук. Я вижу сундук. Это вообще, это очень странно. Почему это как бы такая шахта? Она под землей, и она была закрытой. Вот тут есть сундук. И что тут? Динамиты? Тут целый стак динамитов. Зачем? Зачем ставить сюда сундук и тут прятать динамиты? Давайте я их заберу, чтобы случайно они не взорвались. И вообще, тут еще какой-то проход. И... Тут дверь. Ребят, тут дверь, значит, тут кто-то был. И он это специально тут все построил. Ну, давайте мы туда пройдем. Я надеюсь, она открыта. Мы сможем вообще посмотреть, что тут происходит. Так, давайте попробуем. Так, она открыта, ребят. Все. Тут какой-то рычаг. Еще одна дверь. Так, там еще одна дверь. Что это вообще такое? Я не понимаю. Динамиты! Почему тут динамиты? И там динамиты! Что? То есть, если нажать на тот рычаг, то тут все взорвется. Смотрите, сколько динамитов. Это просто капец. Нам надо будет все эти динамиты забрать, чтобы они не взорвались, потому что они все находятся под деревней. То есть, если они взорвутся... то все, деревни больше не будет. Давайте мы тут сломаем этот редстоун, что если даже он нажмет на рычаг, кто-то там нажмет, то ничего не взорвется. Это очень странно, и зачем вообще это делать? Так, тут есть еще один проход, давайте мы тут тоже сломаем редстоун. Так, давайте проверим. И да, тут тоже много динамитов, зачем? Кто... посмел это сделать? Зачем вообще взрывать нашу деревню? Так, давайте мы уберем все динамиты, чтобы вообще их никак нельзя было взорвать, потому что если даже мы сломаем редстоун, то они смогут взорвать этот динамит просто с помощью зажигалки. Так, ладно, надо убрать еще вот эти динамиты, вот тут и еще с той стороны. Так, ребят, давайте быстрее, потому что я не знаю, вдруг они сейчас... Кто-то выйдет отсюда и взорвет это все. Я не знаю, ли тут вообще кто-то есть. Но раз тут есть рычаг, и кто-то должен на него нажать, значит, сюда кто-то должен прийти. Так, мы забрали все динамиты. И теперь давайте мы посмотрим, что за той дверью. Мне очень интересно. Давайте мы посмотрим. Я не знаю, ли она открыта, конечно. Но давайте мы попробуем. Так... Она открыта. Тут какие-то сундуки. Там еще одна дверь какая-то. Давайте посмотрим, что тут. Тут опять динамиты. Забираем все динамиты. Смотрите, целых 5 стаков динамитов в одном сундуке. Это столько динамитов. А что? О, нет, я не хочу ставить. Так, давайте проверим, что тут. А тут очень много редстоуна и рычаг. Давайте мы это все заберем на всякий случай. Так, надо открыть эту дверь. Я тоже надеюсь, она открыта. Так, давайте тихонько. Так. Она открыта, ребят.
Открываем. Так. О, там, там разбойники! Что там разбойники? Ну что, вы готовы взорвать эту деревню? Ставьте обратный отсчет на 10 минут. Через 10 минут эта деревня тут не будет. Ха. Ребята, они хотят взорвать нашу деревню! Они сказали 10 минут. У меня есть 10 минут, мне надо что-то сделать. Я не знаю, мне надо подумать. Тут есть еще какая-то дверь. Давайте мы посмотрим, что тут. Только надо смотреть очень быстро. Так, открываем. Тут, я так понимаю, это какой-то тоже проход. Так, давайте быстрее посмотрим. Я думаю, что же мне делать. Хотя, может, у меня есть идея. У меня есть очень много динамита, редстоун и рычаг. Я смогу их взорвать. Так, давайте посмотрим. Тут... О, там лестница какая-то. Что это за лестница вообще? Так, поднимаемся. Это выход на улицу. А, там крипер. Все, закрываем. Я понял, они взорвут нашу деревню и выйдут отсюда. Ребят, это просто капец. Короче, давайте мы их просто взорвем. У меня есть очень много динамита. И просто поставим очень много динамита. И с помощью редстоуна и рычага их взорвем. И так они не смогут взорвать нашу деревню. Так, только тихонько я сейчас возьму динамит и поставлю возле их двери. Так, вот я взял динамит. Давайте мы вот так вот поставим. Они что-то там ходят, бегают. Надо быстрее поставить, потому что они могут посмотреть, что я тут ставлю динамиты и просто как-то на меня побежать. Так, нет, не туда рычаг поставил. Так, редстоун. Так, не могу поставить, надо сломать эту дверь. Так, давай, давай, давай. А, yes, сломал. Так, ставим редстоун. У меня очень мало редстоуна. Так, вот так. Рычаг ставим. Тут кто-то динамит поставил. О, ребят, они уже услышали. Все, давайте, взрываем. Бежим, бежим, бежим. Все, я уже слышу взрывы. Быстрее надо отсюда выбежать. Быстрее беги, беги. Там просто такое. Я слышу этот звук взрыва. Там все взорвалось. Так, быстрее выходим. Так, вот уже и утро. Так, тут скелеты. Надо открыть дверь. Все, выбегаем. Быстрее, быстрее, быстрее. Тут зомби, скелеты. Быстрее надо к моему дому. Так, что-то я уже заблудился. Где тут дом мой? Так, подождите, я заблудился реально. Так, где мой дом? А, вот мой дом. Так, ребят, я хочу сейчас взять меч и пойти проверить, ли там правда все взорвалось. Вдруг они как-то убежали. Или, я не знаю, вот там вот тот проход. Так, надо зайти в мой дом. У меня есть меч в моем сундуке. Так, вот меч. И давайте туда надо спуститься и посмотреть вообще. Это просто капец. Но зато мы им отомстили. Они хотели взорвать всю нашу деревню. И я спас нашу деревню. Я думаю, жители вообще об этом не догадываются. Потому что они, наверное, просто там ходили. Делали свои дела. А я тут спасал нашу деревню. Так, спускаемся, смотрим. Посмотрите! Тут все взорвалось, там скелет. Он уже в меня стреляет. Все просто взорвалось. Все, мы идеально спасли нашу деревню. Это было очень эпично, это было сложно и даже немного страшно. И сейчас надо подняться наверх. Ну и в общем, вот так я спас свою деревню. Это было очень круто. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Ну а всем удачи и всем пока-пока!